Йом Тов. Друзья, начинаем. Мы с вами в прошлый раз затронули очень важную тему. Мы говорили об общем правиле. Говорили про общее правило, что если мы говорим про благословение, которое миды рабанан по мудрецам, и у человека есть сомнение, говорить его или нет, сказал он или нет, нужно ли или какое благословение говорить. Если есть сомнение, то говорить не надо. Не нужно. И мы даже перечисляли, что это. Мы сказали, что единственное исключение – это Беркат Амазон. Но вчера с вами углубились и увидели, что Беркота Тора – это тоже предмет спора. Благословение на Тору. Ялкут после, что благословение на Тору, как и все остальные, брахот де рабанан. Сомневаешься, не говори. Но мы видели Мишнабруру, да, и другие, которые пишут, что все не так просто. И какое-то среднее мнение, что и не нужно, но нужно. То есть нужно сказать третью из трех брахот. Ашер Бахарбан. То есть если не помнишь, сказал ты брахот на Тура или нет, скажи хотя бы третью. Пусть каждый делает так, как он, да, считает нужным. То есть есть вот сефардская, есть, да, Капахайма мы видели, который тоже говорит, как, да, точнее, Ялкут пишет, как говорит Капахайм, что говорить не нужно второй раз. И по конце мы сказали такое правило, что если человек, да, у меня вчера был реальный случай, мне принесли тарелку с фруктами, и я начал есть фрукты, и понимаю, что я не помню, сказал я благословение или не сказал, а фруктов было несколько разных. И, в принципе, можно было взять другой фрукт там, да, искать браху. Я вспомнил, что мы учили. Им не стопек им берех браха решуна. Если человек сомневается, сказал ли он благословение на фрукты. Мутарло лекатхила, он может лекатхила изначально продолжить есть и пить без благословения, то есть за то, что он сказал, потому что так как нет на нем обязанности говорить благословение на фрукты, нет у него обязанности, нет, потому что он сомневается, то нет и всех вытекающих, а что нельзя кушать без разрешения, как-то ты ешь без брахи, нет, это его не касается, поэтому просто браха не говорится. Очень интересно на эту тему, да, мусар, история, один человек пришел к раву, чтобы получить смеху, алаху сдавал, но, видимо, знания его в алахе не были достаточными, и как бы на смеху он не сдал. Рав говорит, извини, как бы еще немножко надо учиться. То есть еще в алахе немножко путаешься пока. Он говорит, хорошо, Рав, ну я вас прошу, начал его упрашивать, ну дайте мне смеху, ну ладно, ну что там. Я обещаю вам, даже если будет малейшее какое-то сомнение, вы что думаете, я разрешу? Нет, я буду сразу говорить, нет, нельзя, нельзя. Вот, то есть вы не переживайте, я ничего там... Рав понял, что ученик как бы очень хочет, но я тебе объясню, на что это похоже. Все как раз-таки в этом, я думаю, что в этом устражении, он рассказал ему такую историю про одного, говорит, шохита, который делал шхиту. И каждый раз он приходил к раввину и спрашивал его, скажите, рав, вот я зарезал курицу, а посмотрите, а мясо трефа или не трефа, да, это там, тут дырочка, тут спайки, тут еще что-то, кошерное мясо или тареф. И рав смотрел, и это занимало много времени, так однажды один его неведущий друг сказал ему, что ты мучаешься, что ты постоянно к раву ходишь? Написано же в Торе, а трефу брось собаке. То есть, если мясо у тебя появилось некошерное, брось собаке. Так, говорит, я тебе говорю, гораздо проще сделай. То есть, Тора как будто подсказывает тебе, что собака съест трефное мясо. То есть, проверяй мясо так, бросай его собаке. Если она съест, значит, мясо было трефное. А если не станет есть, значит, мясо кошерное. Ничего себе, он думает, ну, давай посмотрим. И действительно стал проверять. Собака, конечно, все мясо ест вообще просто без разбору. Да, все мясо ест. В итоге через какое-то время он опять приходит к раввину. Он говорит, а ты где, говорит, был столько времени? Говорит, что произошло? Он говорит, ребе, говорит, я просто понял, что собака, говорит, слишком устражает. Я, говорит, я так больше не могу. Ходил, говорит, с собаки. Что он сказал, говорит, устражать? Да, может даже что? Животное, в этом как раз-таки величие рава. Конечно, что если надо, если нельзя, то нельзя. Но знать аллаху, чтобы не устражать без разбора, а ничего, обойдется, ни с голоду не умрет, нельзя. Нет, еще не надо говорить аллаху, если это можно, наоборот, постараться людям жизнь, то есть постараться разрешить. А если так, поэтому надо очень хорошо знать аллаху. И величие – это именно уметь этер, коах де этер. Даже в Талмуде есть такой,
такое правило, что всегда важнее показать силу облегчающего мнения, нежели устрожающего мнения. В этом как бы считается больше хашивут, большая важность. Окей, друзья. Кстати, это последняя наша аллаха, которую мы учили, тоже про шхиту. Бело бирех шхитаток шера бело шум хашаш. Если человек сказал шхиту без брахи, то его шхита, прям наша история, четко совпала и не надоел. То, что мы учили. Окей, новый симан. Мы начинаем сегодня симан рейш юд. Это законы, которые мы уже упоминали вскользь. Он не такой большой. Законы, связанные с кизайтом. Человек съел меньше минимума, необходимого для брахи охроны. А ухель поход микизайт бен депат, бен мишар ухлим. Дехен ашоте поход мерви, бен мияйн, бен мишар машким. Мабарех тхила браха руя лота амин, бедахрав и номи варех клад. Все очень просто. Если человек съел меньше кизайта, выпил меньше рвита, и неважно, съел он хлеб или другие виды пищи, выпил он вино или другие виды напитков, то в этом случае он говорит браху на, то есть до питья, до еды, на еду, и не говорит благословение после. Да, то есть, когда мы что-то пробуем даже, мы браху говорим всегда, вкус есть, а после ничего не говорим. Афилу и махаль брияшлыма. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Я всегда, кстати, думал, есть такое в Талмуде, такое мнение, что брияшлыма, если ты съел что-то цельное, я съел что-то очень маленькое, но цельное, я съел семечку, оно маленькое, оно меньше оливки, но она просто семечка, она такого размера. И, может быть, если я съел что-то полноценное, цельное, я должен говорить браху все равно. Если такая шита, но это не лалаха. Даже если человек съел что-то цельное, кегон гаргиль ширанав, например, виноградинку, знаете, такая маленькая виноградинка, или из граната, вот эту вот красную, да, семечку граната. Лекатхила нахоли заершила лехоль брия поход мигзайт. Да, то он тоже не должен говорить браху после, несмотря на то, что съел цельное, но так как есть шита в Талмуде, только что я говорил, он пишет, что лучше лекатхила так не делать. То есть не есть, уже съешь нормально, потому что есть те, которые говорят, что все-таки это полноценная вещь, на нее нужно говорить браху. Если ты от чего-то съел меньше, да, 100% не надо. Но если все-таки это что-то цельное, так выросло, да, так виноградинка полная, то есть счета, что нужно говорить, поэтому лучше так не делать. Либо съесть уже много винограда, либо не есть такой виноград вообще. Итак, царих ли изагер, кешеохель пришалем, шеохаль кезаэр, гдэшвол, ликанэс, беспэк брия. И вообще, говорит он, вторая аллаха, когда ты кушаешь цельный фрукт, взял яблоко, взял апельсин, взял что-то, постарайся съесть кезаэр от него. То есть изначально не вводи, чтобы избежать сомнения. Ведин брия шаях гамбэ пироше и нам мишивата миним. Велахэн аухэль пелах шель тапуз, динок муаухель гаргир шель римон. Вау! То есть только что мы сказали, да, что чтобы обязаться в брахе после еды, нужно съесть кизайт. Но из-за этого мнения, которое говорит, что даже если ты съел что-то меньше кизайта, но это что-то было цельным, как маленькая виноградинка, то есть сомнения, лучше так не делай. Не надо говорить браху все равно. Аллаха, что говорить браху не надо на маленькую или на кусочек граната. Но не попадай в этот сафек, потому что кто-то считает, что это уже считается цельное. Это семечко подсолнуха, но она полная семечка. Она просто такого размера. Оно не должно быть кизайт. И поэтому из-за этого мнения лучше в такую ситуацию не попадать. Он говорит, то же самое касается долек. Долик апельсина, долик мандарина. Тогда невозможно их есть, получается, с учетом того, если ты хочешь немного поесть. Да, да. Он говорит, уже съешь две. То есть либо съешь нормально, чтобы это был кизайт, либо не ешь. Да. Либо ну, это перебор уже. Это прям перебор, Альберт. Почему? Съешь половинку от дольки. Ну, а я хочу съесть четыре... Три штуки, которые не являются кизайт. Ну, съешь четвертую. Ну, Сэма, ну что ты тоже докопал? Ну, ладно, семечко это более актуально, Альберт. Я четыре семечки, да, хочу поесть. Как тогда понять?
Либо просто взять себе за правило, запивай потом все стаканом воды и выводи в Борене Фашот просто, и все. Как-то так. Он говорит, прям листакер минус эффект, потому что есть цвета, что одна семечка уже браха. А реально, чтобы наесть кизает, нужно поесть много семечек. Я слышу тебя, да, то есть я еще не могу, получается, попробовать семечку просто. Нахон, да. И говорит, долька мандарина или апельсина, то же самое, что одна семечка граната. То есть, да, не влазь в это, либо ешь нормально, либо как бы, да, не съедай что-то цельное, но маленькое. Потому что есть счета, что после этого нужно говорить браху, а ты ее не скажешь, потому что Аллаха не говорит. Не надо эту, да, не обижай того, кто говорит, что надо. Окей. Лекатхила. Если заешь лодой холюга, оперот, кешмунайсры грамм. Вот, помните, мы говорили про 18 грамм? И всех так интересовало, что за 18 грамм? Есть кизай, 27 грамм. Есть меньше? Нет. Больше? Да. То есть, как бы, ну, там 27 тоже, да. Что за 18? Так вот, есть такое счета, да, что 18 – это уже что-то. Поэтому, говорит, старайся, опять-таки, да, не есть даже 18. Аллаха, что 27 – это минимум. Но даже 18 старайся не есть. Где еще логика? Нес бесафек браха ахрона. Чтобы не попасть в сомнительную браху ахрона, нужно говорить или нет. Эла йохаль пахот ми 18 грамм. Уже если ешь, старайся есть либо меньше 18, о йотер ми 27, или больше 27. То есть от 18 до 27 – это запретная зона. Не ешь либо меньше 18 грамм, либо больше 27. Но если съел 18, постарайся съешь еще немножко, да, съешь эту разницу в 9 грамм. Вяз и варек браха ахруна. И скажи себе браху ахруну, как положено. Ты именно йохаль лехоль. Но если ты прям не можешь больше есть, не можешь. Строгая диета, или это было последнее, что ты вообще съел. Ло еварех браха ахруна. Тогда не говоришь. Закон не говоришь, окей? Закон, чтобы, да, мы знали, что говорить не надо. Ни на отдельную дольку, ни на маленькую виноградинку, ни на 18 грамм, ни на 19, ни на 25, только на 27. Но все-таки из-за того, что есть кто-то, кто так считает, лучше лекатхила избегать этих, да, 9 грамм посредине, избегать этого сомнения. Мише. Альберт, но это не только тогда касается 18 грамм. Это касается история любой бри. То есть это же история одной семечки касается. Это вторая вещь, цельная. Да. А, ну и логика-то одна и та же. Сафек, сафек. И тут сафек, и там сафек. То есть даже 18 грамм – это слишком далеко. Не кушай одну семечку никогда. Да. Правильно. Но ты даже можешь дать большое яблоко и отгрызть от него один укус. 19 грамм. Не делай так. Потому что ты откусил, теперь уже давай откусить либо второй раз, либо съешь 27, чтобы сказать Борене Фашот, либо не делай так. Потому что 18 уже есть тот, который говорит, что нужно говорить браху ахруна. Но это не ле-Аллаха. Не, я поэтому понимаю, это да. Я понимаю, но более чем даже откусить, это просто одна семечка. А это другая история, это называется цельное, то, что от природы, просто маленькое по размеру, но это тоже, да, есть который ман де амар, другой, который говорит, что, и поэтому, там, знаете, какой интересный, Раби Шимон бар Йохай, если не ошибаюсь, этот макот, и он говорит в Мишне, это, кстати, Мишна, и Гемара это обсуждает, если человек съел немала, если человек съел муравья, с одной стороны, он съел меньше кизайта. Как ему наказывать? С другой стороны, он съел полноценное живое существо. С ногами, с руками, с телом. Это же муравей. Он просто сам по себе маленький. И надо его бить плетью или нет? Я сейчас вспомнил, это третий перек, по-моему. Да, это Макон. Да, заслуживает ли он удары плетью или нет? Это очень серьезно. То есть ты, с одной стороны, ты съел мало, с другой стороны, ты съел что-то брияшен има, ты съел полноценное творение. Да, поэтому тоже здесь на брахот это тоже переходит. Окей. Миша, теперь дальше. Миша мадбиль скует ли тух косте о кафе. О, чек макает. Знаете, кто-то любит макать печенье в чай. Берет бисквит и макает в чай. И таким образом, и гем, мишкаль, да, и тем вот таким образом, та маленькая печенюшка, которую он обмакнул, бисквитик, она стала весить 27 грамм.
когда впитала жидкость. И он ее съел. Браху Ахрону говорить не надо. Потому что чай не присоединяется к шиуру для брахи Ахруна. Да, хоть он и как бы вроде одно печенье, просто оно стало тяжелее из-за жидкости. В нем чай не присоединяется. Альберт, окей. Мне вот интересно, как раньше люди понимали, это есть 27 грамм, оно с молоком стало 27 грамм, не стало 27 грамм. Они все, что кушали, как они это вообще взвешивать могли? Шиуры раньше маслины были, вот они кизают, они четко представляли, они были ближе ко всему этому. То есть вот есть печенюшка, и условно без молока это не 27 грамм, а кунули это 27 грамм. Вот откуда они это знают? Я говорю, мы с тобой маслинами или... занимались, перебирали, мы бы уже знали, как она и сколько она весит приблизительно, знаешь, уже сразу можешь вспомнить. Маслина кизает, это маслина. 27 грамм, да, это для нас, для таких уже как бы сейчас, которые маслины там кушают только, да и непонятно, как наши маслины сейчас. Раньше было заид. Миша ахаль хацики заид. А если человек съел полки заида и его стошнило обратно, выплюнул. Ахаль хацики заид ахер. И съел еще полки заида. О, вопрос. Соединятся они или нет? С Беркат Амазона мы вообще говорили, что браху не надо говорить Беркат Амазона, если тебя стошнило. А здесь? А здесь говорим, что вопрос. Нужно ли говорить Ахрону или нет? А почему, если мы даже Беркат Амазон не читаем, когда нас стошнило хоть немножко, а тут, блин, на маслину есть сомнение. Если аж Беркат Амазон отменяется. Я думаю, что Беркат Амазон отменяется, потому что веахальта весавата. А ты вырвал, и ты не насытился. Помнишь, мы спрашивали, а что если немножко? Ну, ты остался сытый, просто немножко тебя вырвало. Плохо тебе стало, я не знаю. Ну, ты что сытый. Да, он говорит, что ты прям вырвал то, что съел. А тут ты и так съел половину кизайта. Ты им не наелся, и ты вырвал. Но так ты и так им не наелся, но дело в другом. Ты его съел, как бы переживал, проглотил, и тебя стошнило обратно им. И здесь он говорит, что вопрос, присоединится ли второй твой кизайт, который ты вырвал, к первому, который ты съел. Почему? Окей, он говорит, это такие сафек. Сафек, это все-таки единим, а не сафекот. Поэтому, говорит, сафек, поэтому ты есть, который говорит, что надо заново, но, видишь, Аллаха тоже. Поэтому здесь браху Ахрону не говоришь. Сафек, общее правило, если сафек, браху не говоришь. Тов ли изаэр, лекатхила, может быть, и Беркат Амазон, хотя нет, Беркат Амазон, сафек нужно было бы сказать. Значит, Беркат Амазоном это уже не сафек, если тебя вырвало. Даже если вырвало там столько, что ты... Короче, ты не чувствуешь сытости. Тов ли изагер лекатхила шело лиштот яйн, кошеар, машким, кешиур кизайт. Эла, оше иште шиур ревит, где ши варех, браха ахрона. Вот ты смотри. О, поход ми шиур кизайт. Ведь я вад, им шатаю терм ми кизайт, о, поход ми ревит, эйно ме варех браха ахрона. Опять-таки, вино тоже нельзя, как семечки, просто так попить. Либо меньше кизайта, либо больше ревита. Опять-таки, видите? Кстати, жалко, Рав ушел. Мы вчера пытались понять там кизайт и ревит. То есть вино тоже нужно пить либо чуть-чуть меньше кизайта, либо уже больше ревита. Но не погранично между с ними. Но даже если ты выпил, браху, конечно, не говоришь. Просто изначально не ставь себя в это состояние. Потому что есть, которые уже считают, что да, кизайт, вина... как и 18 грамм, как и цельное творение, уже как бы есть вопросы, нужно ли говорить о хрону или нет. Поэтому избегай всех этих ситуаций. А с вином также надо мелолу гмав пить, чтобы браху по хрону хаяв? Или есть промежуток времени?
Мы сказали, с жидкостями промежуток времени там вообще секунда. Столько, сколько занимает выпитый вид. Вино, мы же сказали, что он насыщает. Да, вино считается жидкостью, хоть и насыщает. Оно считается жидкостью, закон у него жидкости. Поэтому если ты чуть-чуть цедишь, и кладешь, и цедишь, и кладешь, и кладешь, и то можешь, в принципе, не набрать на браху. Ты должен промежутки между твоими глотками должны быть меньше, чем время, за которое человек выпивает рвит. Иначе они не соединяются. То есть даже если 2 секунды между тем, там это очень быстро, да, ты пьешь, ты не наберешь себе на браху. Вино нужно выпить рвит для брахи. Все, что меньше, брахи нет. Но есть, которые говорят, кизает. И поэтому он говорит, нельзя. Лучше либо меньше кизаита пей, либо больше ревита. Убедиаван, но опять-таки, если ты попал в эту зону красную, у поход мервит, и номер врех брахахуна. Понятно, что ле аллаха это не так, и поэтому браху из сомнения ты говорить не будешь. Ахрону. Еще 2 аллахи. Атоэ это тавшиль. Лирот им ешбо. Это классная аллаха. Ты хочешь попробовать суп, чтобы проверить, достаточно ли там соли, например. Опа, вот это вопрос. Нужно говорить браху или нет? Помните, мы говорили, что если вкус есть, любая вещь, надо говорить браху. Но здесь... Но мы учили, что нет. А? Учили, что нет, когда пробуешь, же никогда не говоришь. Почему? Вы хаёйте базе, ведь вкус есть. А филу... Ну, это же самое, что запивать, пробовать, запивать, закусывать. То есть это не самонаслаждение, сам процесс. Правильно, да, это не сама цель. Ты преследуешь цель не получить удовольствие от вкуса, от еды. А ты сейчас как бы, да, находишься в процессе готовки, тебе необходимо понимать, да, добавить что-то, не добавить или там что-то сделать. А филу иму буле, даже если ты проглотишь, а не просто, знаешь, как это полоскают там. Нет, даже если ты проглотаешь, от шиурки заит, у машки машкиур рвит, до кизаита, а если это жидкость, то до рвита, эй, царих лаверахлар, ничего говорить не надо. Киванши да то ле тамия, да афилу иму болеа, ве им да то ле ахила, мебарех афилу аль коль шиу. О, он говорит очень просто, потому что ты дегустируешь, и твое... твоя кавана сейчас не ради еды. Это не называется еда. То есть браху мы говорим на еду, на то, что ты кушаешь. А это не называется есть. Это не ахила, просто это не ахила. Поэтому брахи нет. Потому что действительно вкус есть. И ты делаешь это ради того, чтобы почувствовать вкус. Ты мог бы спросить, ну какая разница? Вкус-то я почувствовал, надо сказать браху. Дело не в этом, это просто лот дерехаха. Это не ахила, поэтому брахи нет. Мише бирех аль маахаль на тонах пив лешем ахила упалат лохаве брекатов рахаль ватала весов-сов ахех нейнем меким а амнам им маахаль адайн лефанав лекатхил отов шиках мят мя охел певла меймену меаль. Человек уже сказал браху и положил себе в рот что-то, на что он сказал браху, и выплюнул, не смог. Не знаю, горчицу ему дали или перец, он не смог это выплюнул. Но ино его браха пусть не переживает не леватала, потому что в конечном итоге эх, он вкус почувствовал, не зря он выплюнул, да. Обнал махарадайны фанав, но если перед ним все еще это еда, лекатхила хорошо бы было бы, чтобы он взял немножко от нее и съел этим перцем, короче, просто ожог получил себе все внутрянки. Но как бы да, не знаю, что он там поел, ему не понравилось. Раз уже браху сказал, пухтов, он говорит, хорошо бы съесть, но это не браха лаватала. Окей, работаем, мы закончили еще один симан, очень важный, кстати, мне кажется, здесь. То есть он как бы описал 3 мощных сафека, пограничные зоны, в жидкостях, в еде, да, которым он сказал, лучше не задевать, что мы сказали, с 18 граммами. От 18 до 27. Человек должен избегать. Да, целое, если это долька полноценная, или маленькое какое-то растение. Либо, что еще мы сказали, да, рвит. То есть от кизайта до рвита. Вино тоже пить надо аккуратно.
либо меньше кизайта, либо, ой, либо больше кизайта, либо меньше, секундочку, либо меньше кизайта, либо больше рывита. Промежутки пить нельзя, потому что есть те, которые считают, что вино кизайт уже михаев и браха. Окей, дальше. Динейк, димат, мабрахот. Вот очень важно. Предпочтение в благословениях. Мы все это упоминали. Магаэш, эц. Давайте быстро пройдем большой симан, посмотрим, насколько мы хорошо помним. Итак, перед человеком различные фрукты лежат. И, в принципе, они все в одно благословение. Фрукты все, эц, бурепряец. И среди них есть плод семи видов Израиля, выбери его. Понятно. То есть скажи браху на него. 30 видов фруктов лежит, но среди них есть инжир, оливка там, да, или маслина. Выбери именно маслину, да, скажи на него браху. Упероченич там пхаба хем эрец Исраэль, эм шиват миним какатув, как написано, эрец китауса ура, бегефа ветена в ремонт, эрец зайт, зайт шемену дваш. Упируш дваш аину тмарим. И дваш, когда мы говорим, мы имеем в виду не пчелиный мед, а мед финиковый. Упирот шивата миним кудмим либеркат лахоль шаар миней пирот хаэц. И поэтому, если ты хочешь отрегать все фрукты перед тобой, то приоритет всегда за фруктами земли Израиля. Афилу хавив алав мин приахер шейно ми шивата миним еш лагдим либерахал пирот шивата миним. Вау, это рухнуло, короче. Это тоже хидуш, работай. Даже если ты хочешь, говорит, отведать другого фрукта, апельсин, и маслину тоже хочешь, он говорит, нужно съесть маслину. Даже если ты хочешь, да, начать с апельсина. А я знаю, что многие сотрим это и говорят, что все равно хавивут. Да, если ты хочешь и то, тебе все равно, тогда, да, семь видов. Но, а пишите, мы же до этого говорили критерии, Альберт, нет? Это то же самое критерии? Или мы тогда говорили хавивут выше? Вот мы, по-моему, говорили хавивут выше. А Ялкут пишет нет, говорит, если перед тобой, если ты, конечно, при условии, что ты и то хочешь кушать, и ты будешь кушать маслины, ты будешь кушать виноград, но ты хочешь апельсин сейчас, все равно, говорит, скажи браху на виноград. Все. И хавивут уступает шивата миним. Если ты будешь есть и виноград, и апельсин, съешь виноград. Да? Кодин гдима Шамру и на эле. Это на самом деле спор. Это спор в Талмуде. Удивительно. Феруш, да, Раби Иуда, Хамим. Коль дин гдима шамру и на эле кешишнеем мунахим лефанав уверцоно лехоль мишнеем. О, и все, что мы говорим, коль гдима, когда мы говорим, это раньше, скажи, это позже, это только при условии, что и то перед тобой, и ты хочешь поесть и то. Тогда начинаются вопросы. Но если ты пришел, хочешь апельсин, а там рядом лежит, не надо в себя запихивать виноград, если ты его не хочешь. Конечно, бери апельсин, без проблем. Просто если ты уже нет, уже решил попробовать все, тогда изволь как бы идти по диней к дима, да, что сначала, что потом. А вален царих леамтин ад шиявиу лефанав амин шемугдам левраха. Да, но ждать не нужно, пока тебе принесут то, что имеет высший приоритет. Апельсины уже лежат, а тебе говорят, сейчас виноград принесем. Я сейчас подожду виноград. Не, если ты хочешь, уже можешь начинать. Ждать не обязательно. Если лежат перед тобой, тогда да. Упашу шейн дин гдима эле лейняна браха. А браха шабрех аль азейтим ве ахаль мэгэм. Раша лехоль миколь при ве эйн базэк дима. И в скобочках он пишет, конечно, когда мы говорим первостепенное и второстепенно, мы имеем в виду только в отношении благословения. Но когда благословение уже сказано, пожалуйста, ты можешь есть в любом порядке любой эц. Не нужно теперь сначала доесть виноград, потом есть, это понятно, да? То есть, да, это иньян в чем меня. Когда ты говоришь браху, есть иньян сказать благословение на самое уважаемое, на самое главное. И вот тут знаменитый спор об Иуды и мудрецов. А что является самым главным? Вот для тебя то, что ты хочешь, это автоматически номер один. Рабиуда говорит, нет, семь плодов земли Израиля. Даже если ты хочешь апельсин, семь плодов земли Израиля. Вот, в этом как бы, да, и спор, что более важное. Окей, коля кодем бепасук мишуватам миним ацмам, кодем лехавелем лехам.
Окей. Теперь, если перед тобой только плоды земли Израиля, пять видов: виноград, инжир, финики, оливки, да, что сначала, что потом, он говорит: Марим кодмим ле анавим, Марим кодмим ле анавим. После оливок идет финик. Финик важнее, чем виноград, потому что от Марим он в пасуке второй от слова арец. От второго арец в пасуке. А виноград третий от первого арец в пасуке. Там, да, целый дим в геморе, как считать приоритеты. Там два раза написано арец, кто ближе, кто к ним. То есть первый арец важнее, чем второй, но приоритет в порядке от второго выше приоритет, от, например, да, третьего от первого. Окей, вешу мримша, это не так важно. Вешу мримша, а я инкунен лет марим. Есть, которые говорят, что вино стоит выше, чем финики. Потому что все-таки вино удостоило своего собственного благословения Буре при Агефен. В отличие от всех плодов, они просто эц. И также вино вообще обладает уникальными свойствами. Оно насыщает, оно радует. Да, это все... Оно мы ворхим, да, перек в проход. Веш холким... Вомрим шейн гдимала яйна ратмарис, которые спорят, говорят, нет, у вина нет преимущества над финиками. И таков обычай, что обычай нет, что вино, да, вино идет после. Удахоля дает массе гдера, да, ину тавшин мехамеш медагам кодмим ла яйн. Но по всем мнениям, если это каша, любое блюдо из пяти видов злаков, оно предпочтительнее вина. То есть злаки идут впереди вина. Немца мишпата гдима, и проходки дела гадан. И вот как получается. Беркат амоци кудемет лехоле давар. Самая сильная первая всегда амоци. В ногах махским лак миндимо. И поэтому мы покрываем его, когда опережаем. Ну, шаббат, да? Почему? Одна из причин, почему мы накрываем халу, когда мы делаем кидуш. Потому что это не по аллахе. По идее, вообще надо было начать с хлеба. Хлеб выше вина стоит. Окей, есть, да, причины, почему мы ставим вино сначала, да, потому что мудрецы сказали «Захор йома шаббат» и привязали именно к вину, нужно накрыть халу. Есть там разные каббалистические причины, что вино, когда стареет, оно становится лучше, а хлеб, он плесневеет, он становится хуже. Да, подчеркиваем такое уважение к старости, к возрасту, к родителям, к предыдущим поколениям. «Захор йома шаббат», помним. Там целая история, говоришь, почему вино стоит. Много в этом есть. Но по-простому надо знать, что это как бы не по аллахе. Ты берешь вино раньше хлеба, надо хлеб закрыть, чтобы он не обижался. Удахар микен беркат буре принай мизал. Потом идет мизанот, то есть амоци, потом мезонот. И причем внутри хлеба тоже есть предпочтение. Если у тебя хлеб из пшеничный, он имеет приоритет над ячменным хлебом. Потом идет, то есть внутри семи видов идет пшеница, потом идет ячмень, потом идет оливка, финик, виноград, инжир и самый последний гранат. А уже после них идут все остальные фрукты. Запомнили, да? То есть идет сначала оливка, потом идет финик и только потом виноград. Инжир и гранат последний. Да? Вот такая градация внутри самой. И понятно, что мизанот и хлеб, они идут еще раньше. У Маши Шалагим был тубы шват, не что бира, мисурим, где литом, миколь шивата миним. Пошучен лагдим бира лешар миним, киван шаров маем у беркатоши аколь. А те, кто пьют пиво в тубы шват и говорят, что пиво, о, как раз мы на ячмень, как бы, да, чтобы попробовать всех видов семи плодов Израиля, принято в Тубишват кушать все плоды земли Израиля. Сейчас ячмень, где ты достанешь ячмень, никто хлеб из ячменя не делает, нет его, и поэтому пьют пиво. Но он говорит, конечно же, не нужно ставить пиво и благословлять на него до остальных видов, потому что никакой это не ячмень, там большая часть это вода. В нашем пиве привкус только, да, алкоголя, это вода. Поэтому браха на нее шеаколь. Окей, дальше. Браха, хадшем морех буре приаец, потерет коль мине эц шелефанам. Сказал один раз буре приаец, вывел все эц, которые перед тобой. А если ошибся, сказал сначала буре приаец.
на то, что позже в пасуке, ну не знал ты закон, да, на гранат сказал, а у тебя там и виноград, и финики, и маслины, а ты взял и на гранат сказал браху. Что теперь? Кегон шеберехлила аль-римон, ну, пожалуйста, у афилу мин приахер шейну мишевата минимве, когда он береха, или даже на апельсин вместо винограда, да, когда он берехала буре приаэц, векиванца патара, вот, во-первых, хрим яца, окей, ты нарушил, но яца, то есть бедиават, уже сказал браху буре приаэц, не надо ничего больше говорить, яца. Шейн мишпата гнимаш шевата минимке седран или линян лекатхила. Потому что то, что мы говорим, это все касается лекатхила. Изначально браха должна упасть на самое уважаемое, самое почитаемое. Но если ты уже как бы этого не сделал, все, это поезд ушел. Но браху ты сказал, все, браха свое действие сыграла, все вывела. Вело леакев бедиават. Она не способна отменить там что-то бедиават. Окей, ошибка такая. Хевиу лефанав миней пирот шоним. Человек вынесли фрукты, фруктовую тарелку заказал в чайхане. Отлично. Ми приаец ум при адама. Но во второй тарелке есть еще и ананас. И банан нарезанный. Это вообще адама. Ми надинев шар лагдим леварехара при адама афилу имей нохавив. Да афилу им приаец уэхан мишевата миним. Сейчас обрушается вся система, что он здесь пишет. Да, по закону он говорит, можно сказать браху адама, даже если ты ее в данный момент не хочешь. И даже если против нее стоит фрукт из семи видов. Да, мы это с вами немножко учили. Почему? Очень просто. Потому что все предпочтения, что сначала, что потом, говорится, когда одна браха. Когда у тебя пять видов разных фруктов, и на них одна браха. О, тогда выбирай. Но когда это адама, это если ты по-любому скажешь адама, и по-любому скажешь, в любом случае будет две брахи. И между ними, помните, мы говорили, что Мага-Эш, большая разница между всеми, но Эц и Адама, как будто бы ступенька очень маленькая между ними. И поэтому иногда мы меняем даже порядок. И он говорит, что Минадин вообще говорит, можно сказать Адама, потом Эц. Шэндин, где мало еще в этом ними, и прочее, вот. Но тем не менее, Миколь Маком, нахон ли Агдим при Эц или при Адама? Правильно говорит сначала Эц, потом Адама, Элэмкем при Адама, Хамива Лавьотер. Ну, конечно, если ты не хочешь прямо Адама сначала. Если хочешь прямо сначала начать с ананаса, можно. Шиази Агдим Хахамив Хила. Тогда говори сначала на Адама. Да? Но в идеале всегда говорить какие-то частного к общему, как мы говорили, да, начинать с Эц, если ты хочешь попробовать все. И нет особых предпочтений, тебе, в принципе, особо все равно. Брах беркат буре приаец. О, буре приадама, кодемет ли беркат шаколь ебит варо. Приаец и приадама всегда идут раньше шаколь ебит варо. И птей шеем брахот мевурерот йотер ми брахот шаколь. Потому что это более частный брахот, нежели браха шеаколь. Браха шеаколь очень общая, да, она шеаколь, не ябедваро. Ее можно сказать на все виды пищи вообще. Ши браха колелет. Умиколь, маком, им берех шеаколь тхила, ло патар шеар миним шелефанам, бибрахот буре приаец, о буре приадама, шеафаль пиши амру, хазаль, аля кол, има шеаколь яца, эйн зе эле бе офен шенит кавэм, бибраха шеаколь лифтур, бибраец, о приадама, ма шеэн кен базе. Но если, говорит, ты ошибся, очень классно. И ты сказал, ты случайно ошибся в порядке, сказал шеаколь сначала. И сказал сначала шеаколь, ты не вывел все эц и адама, которые лежат на тарелке. А несмотря на то, что мудрецы говорят, ты можешь сказать шеаколь на все. И на эц, и на адама, и на хлеб, и на все, что хочешь. Почему ты не вывел? Потому что только в том случае, если ты имел это в виду. А ты просто взял, не знаю, вот увидел и потянулся так, к чипсам между фруктами. Сказал шеаколь. Окей, ты хотел просто взять их, ты не имел в виду фрукты. Поэтому по-прежнему можешь сказать при эцу, при адама. Дехене мигдиму берег буре при адама. То же самое, если сказал буре при адама, аль при адама. Велефанав гам при аэц. Но перед тобой были еще и при аэц. А ты сказал буре при адама. Нарушил порядок. Лонифтар при аэц. Ты не вывел этим при аэц. Вебрекат буре при адама. Уильве лонит кавен де феруш лепотро.
потому что ты не имел кавану беферуш вывести этой брахой та же яблоко. А валим нет кавен ли потроятся. Но если имел в виду, то вышел. Помните, мы говорили, если я ошибся и на яблоко взял, искал буры при Адама, я вышел. Но если яблоко стояло рядом и да, морковка лежала, и я хотел поесть морковку, яблоко, и я сказал на морковку, я могу все равно сказать браху на яблоко. Потому что я просто говорил на морковку, я не имел в виду, я, да, это не похоже на то, что мы сказали до этого. Называется кавана брура, когда ты взял яблоко и говоришь на него адама, окей, ты яца. Но так просто, что оконь не выводит, ты по-прежнему можешь сказать браху. В школах работаем, мы с вами закончили гдемот, да, мы закончили с вами этот тиман. И у нас очень интересная глава следующая. Да, это Икар и Тафель. Ух да, ты. Тоже мы уже его почти знаем. Первостепенные и второстепенные, то есть виды смешанной пищи. Работай, я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня всем. Прощаюсь.